А, блядь, не лагает. Ты там есть шкаф поставили или нет? Да, да. Ну ты сейчас будешь Офу с Сирусом сравнивать, да, в смысле? Ну, блядь, я про оптимизацию, раз речь зашла, я и говорю. Просто они добавляют, и я тебя оптимизируют. Понял. Есть, блядь, инди-игры, которые, блядь, тупо не, ну, виснут на твоем компе, блядь, а ты Ведьмака, блядь, играешь. Ты, симулятор камня. А, да. Ведьмак топ-игра. Она охуенно оптимизирована просто. Просто там серьезная команда создавала игру. Чего? Ведьмака. Серьезная команда Ведьмака. Просто сейчас... Ну, рейды хорошо делали. Просто сейчас такая эра, то что... Мощности компов позволяют сделать... Чё стоим? Мир, давай, погнали. И, блядь, только на этой слайдс, типа, открытый мир, но игра полная хуйня у всех. Чё, старый валик бьём? По каску бафает. Ебанём? Чем? Или чё, блядь, сегодня нету паладинов, которые вчера вы убили? Я сегодня другой набор. Perfect Dragon Custom. Понимаю, нет. Понимаю. Я вообще, блядь, пол. Где все наши присты? Все два? Все два. Адмирал, заходи на приста. Джай, ну ты мне закроешь. Ну ты что, не хочешь в ДВ составе Джайну убивать? Спустя лет 10. У меня 2 килла было. Не, мы просто тебя не берем, и они убивают. Да, тоже 2 килла. Два раза падает. Плюс, с учетом того, что ее на 10 лямов понерфили, там вообще бить нечего. Ага, иди. С первого пула просто. Когда понерфили? На прошлом КД. Ууу, с первого пула Джайна сегодня убьем, значит. Да иди до нее. Это смотри, типа РТД много. Че за что до нее? Че вы так приезжаете до веста? Контрольте, да? Потому что у вас может происходить неведомая хуйня, вообще непонятная. Да, недолжная. Я рыцарь крови за контроль. Ну, совы, пиздуйте, тоже контрольте. Че здесь стоите? Нихуя к слову, Серёв, думай по... Ты лейтенанта лучше за контролем, это самое. Стаки вешать. Ну, наверное, тыкни. Кого ещё суммонит? Женька, суммон, когда я уже почти подбежал к кварталу. Да всё пропало. Да. Я успел тебе как тебе прогрузит? Портал пропал. Так, чё, белка я тебе? Да, ну я на тебя. А ты чё, не взрать. Давай, ты мне и адмирал. Ну чё по контролям, ребят? Чё это трэшка прибежал здесь? Блять, пусть еще придет сколько? 4 человека. Да, в чем разница? Потому что я съебусь по делам. Что-то видать. Адмирал после того, как не смог передамажить меня на сурке, уже боится ходить. Я зато всех передамажил на келе вчера, так что отъебись. Ой, сейчас бы Феникса не бить вообще. Сам бы говорил, 300 тысяч, блять, нанес. Я специально если, посмотрел. У меня по яйцу 300 и туда же 300. Я, кстати, у меня 200, на третьей блядь, позиции по-другому.
По яйцу, точнее, не по Фениксу, а по яйцу. Адмирал, ты обгонял меня на 600 тысяч. Хотя у меня было в этот Валару, ой, в этого, как в Келе 7600 миллионов, и у тебя 9 с хуем. Разницу чуешь? Нет, не ведь я не просто слышал. Он не понял. Научи его играть. Научи его считать. Смотрите, просто... появился. Если бы билд бы ты не босс только, то... Или просто пускай он даст тебе мага своего. Дашь ли ты больше его на его маге просто? Да я дам больше, чем у него. Я уже как бы уверен. Как бы я не, блядь, не горжусь этим, как пиздец. Я такой... Адмирал, давай мне своего мага, я его удалю просто. На счет три. Раз, два, три. Станьте всех так, типа, чтобы он не прыгал. Ой, скотина. Алло, кстати. А чё, тебе надоело за ДКшку играть? А толку сюда захотеть ДКшку? Два танка ей. А РДД мало. Он япончик зашёл. Да чё-то я тебя просто в последнее время только на сове вижу. Минут через 15 отца проводит. Все, батя, давай, давай, иди нахуй, меня РТ начал. Батя в здании. Батя, да бросай ты нахуй это дело, бери с бот и в коридоре обуешься там. Да? За дверью. За дверью, в подъезде. В такси его. С форточки выкидывает, да, боты? Батя, шапку забыл с форточки, на нахуй. Блять, батя, у меня уже пул, давай ри. Заебал тупить. Давай сам, батя, дверь за собой закроешь, надо. Как же приятно наблюдать за стариком. А, там. Да, старый? Чё, я прослушал. Я говорю, как приятно наблюдать тебя в хиле. Подъём, ладно, я тебя просто тролли. Да ничего страшного, у старого уже аж 4-5, сейчас мы мейнспек поменяем и все. Че, серьезно? Ты же 4-5 что ли? У него я точно помню, что было 3-5, возможно, он уже четвертый кусок забрал. 4-4, мне остались штаны сейчас джайны и все, и буду в 4 бегать. Я не понял, а ты почему еще до сих пор не в 4? Да, старый, мы не поняли, почему мы еще мейнспеком не видим. Потому что у меня нонсета нету штанов. Нонсет штанов нет, ну побегал бы с этого, не штана другого. Штаны мне нужны. Старая, кого-то не что у тебя есть, что у тебя нет. Берешь и бегаешь. Так мне вообще забили на болт. Все, не гундите. Шаман ты или не шаман? Лёдка, бать. Старый, плюнь на эти штаны, бегай в 5-5. А, в натуре у меня же 5 комплектов, точно. А чё я туплю-то в натуре, ебать? А я тут выдумываю, 264-й нонсет не хочу, думаю, долбоёб. Нахуй он 5, ебать, в пятаке бегать в натуре. Так, рыбу ставлю. Пизда, это сейчас сколько денег на воронке уйдет? Да зачем, блядь? Старая, ты себе-то там еще не купил? Нейршам.
Кстати, нершам это нормальный тотем. Ну тотем, да. Только мне жалко тратить 60, сука, на хила. Плюс 60 аспектов хиле, ты чё? Так, кладбон, спекнись, пожалуйста. Че драгонс он воет. Но... Старый хил — это жизнь. В три танка же били. Нахуя три, два твой-то. В три были, когда там у двоих не было спектра. В третьем углу меняться. Ну все, традиции не будем менять, да, РДДшники? Там соточка, 150, 200 и тому подобное. Главное, что пару из там в хила спекнуться, да? Бля, люблю в хиле здесь. Где Кац? Адмирал, Женек. Леха, у тебя на мазафакере нету ствола. Женек. Женек. Да, сразу пойду. Хардкор перехила. Ну все, готово. Надо дохилить нечего, так что. А, не успел поднять. Никто не смотрит, что ли, по сторонам? Дэнчик, поднимись. Бля, Кирс, ты где стоишь? С самого левого края. Чё, танк сдох? Ну это... Походу. Вы танка проходить не можете? Денчик сдох. Не знаю, проблема? Другой конец улетел. С одной стороны все стояли хилы. Вот так-то кидает, как суку, и настроен. Не, ну понятно, но втроем одного танка не прохилит. Ладно, положили там ДД. Я объясняю, в одну сторону нас откинули, в одну сторону. Противоположную от танка. Пока добежали... Там человека 4 проебалось. Кинетическая бомба возле Келесета была. Надо кинетически... Их всего 3 бомбы. Их нельзя ронять. Если роняете, то вы вот такой происходит. Ну я успел 2 ожога кинуть, все равно упало. Вообще никто не обратил на нее внимания. Конечно, тут, блядь, сам этот вихрь плюс сфера, блядь, раскидала по полной, конечно. Причем тут хилы-то вообще. Я не знаю, сколько надо бежать, чтобы танка положила. Ровно столько, сколько сфер не поднимать.
РДДшники, распределитесь по комнате просто-напросто. Тем более, не обязательно нам всем в одном месте стоять. Денчик, стой по центру. Шам, второй, ты лево сбоку, а я справа буду стоять. И вы, хилы, не двигайтесь. Если надо будет отбегать, пусть эти РДДшники от вас отбегают. Стойте, хильте. Ну кто хила уронит, я тому, блядь, 1000 уебу. Нас и так мало, чтобы бегать еще. Его бомба убила вообще. Физическая бомба. Кого? Кончика бомба убила. Адмирал? Блять. Идите, знаки там. Шам, вешай на войда щит земли, потому что я... Я справа буду, мне на дракона проще. Да, тоже без каски. Горн, пожалуйста, не забывайте давать. И прольется кровь. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Справа. Справа. Еще одна справа. Можешь отвести немножко боссов от моего босса? Спасибо. Друиды, ману заливайте, хила не забывайте.
На сцене. У вас и так по фулам ману, куда больше. Я просто напоминаю. То я в хилбот что-то уткнулся и все. Шанг, ты слева в бок, а старайся войда не проебать. Мы тут отхилим. Справа не уронить. Какой у тебя там АОЕ радиус, Драгон? Тушка лол. Звук паникующей мартышки. Звук улетающего адмирала. Поберет интерес. Кто еще эту катушку ролит? Мне даже интерес. Мне носовую, если никому не надо. Мне на мага. У меня в хэн 32-й, либо посох 71-й. Да нафига тебе? 389 за нее? За катушку, да. О, огонь, осталось теперь пушку выбить какую-нибудь. Ой, вагон, ты шемку там собирать начинал вроде. Ты думаешь, я когда-то 50 осколков соберу? Кто тебе не дает? Все собирают, а мне ты чё? Мне не дает лень. А я понял, что никогда не соберу 50 осколков и пошел себе подарок сделать на Новый год в виде шема. Шема? Какие-то дороговатые подарки. Ладно, еще квесты в свое время. Весь шем. Да, я бы лучше себе Рязань бы купил, честно. Да, блять, можно и перса одеть, но за шею. Ну, у меня этот маг, так сказать, одетый. Не, ну в смысле, я своей на 30-ке подарок на Новый год сделал, и себе на 30-ку, а чё?